Итак, у нас начало нашего оффроуда, и, скажем так, маршрут вполне всем будет знакомый, но не факт, что все его угадают. У вас был куплен буквально 2-3 дня назад. Пригнали с Белгорода своим ходом 300 километров и новые нортики 35 размер. Полностью стоковый. Я вот на вас смотрю, мне уже холодно. Не, мне нормально. Нормально, все. Да. Сейчас еще упаду в воду. Не-не-не, давайте без такого. Хотя, в принципе, я думаю, все оценят такой поступок. В прошлый раз, да. Уже было? Прям в грязь. Ну, здесь же в устье. Прям в грязь. Сильно-сильно. Обалдеть. Так, это та самая всеедущая шнива. В этом парне, я думаю, можно не сомневаться. Да, ребят, обратите внимание, потому что по клиренсу практически еле-еле прошел в плане бампера, а у нас же есть стоковые нивы, вот там уже будет поинтереснее. Он усложняет контент. Назад. А блокировки нет? Так, ребята, вообще-то минус 11. Я планировал сегодня остаться чистым. Все, он выйдет. На 40 износ. Я не видел. Сейчас вон Вован вам тут поднакидает веточек. Витек, точнее, прошу прощения, я тебя не узнал со спины. В шапке. Зима как-никак, да? Вот, все, значит, 100%. Нормально, нормально сел. Все на месте, офигенно. Даже выдержал. Но ведь начало. Тебя оторвем завтра. Он клычком чуть-чуть ударил. Так, ну а сегодняшние покатухи мы обязаны... Давай рассказывай кому. Кто собрал весь народ? Оффроуд. Ну, Оффроуд, ВРН. Все, ссылочка будет в описании на группу. Да. Ребят, все, кто с Воронежа, подписываемся. Сегодня будем... Кто любит покатушки, вступайте в наши ряды. Конечно. Будем кататься и отдыхать. И ремонтировать, да, ты хотел сказать, наверное? Так, буханочка, вот это уже... Уже интересно. Ребята, все подписчики говорят, Витальсон, не матерись, но я прошу прощения просто. Ты ему скажи, чтоб он чуть по диагонали-то брал. Лучше ходами, то по диагоналочке. Так, пацаны, отходите. Отходим, это и... отходим. Вы главное водителю сначала не говорите про потери. Потихонечку спускайся сначала. Давай, 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 давай. Сейчас будет подъем. Сейчас будет диагонал. А морда крутится, да. Давай вот так чуть раскачивай. Да, да, да. Все. Так, буханка, попытка номер 3. Давай прям газу давай, не, пацаны. Не, не давай. Надо ж это. Давай. Нет, надо вот эти колесо. Да, попасть. Да, 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 да. Попробуй вот тут вот. Ему чуть надо и все. Сейчас колёс. Так, подожди, а что случилось-то? Короче,
У меня третья, походу, застряла. Вот. Я сейчас только на третьей могу. Да? Я тебе предлагаю сразу назад уже сдавать. А я не могу. Только вперед. Знаешь, это не могу. Хочу, но не могу. Назад ничего не так. А на третьей все. Вот. Только вперед. То есть это, подожди, чтобы было всем понятно, это стандартная такая проблема у УАЗа, у буханки? Нет, нет. А почему произошло так? Ну вы знаете, я собирал КПП и что-то вот как-то вот так. По-моему, когда... Акваман на своей ласточке. Аккуратно. И 110-е сафарики, как всегда, едут они. Да, ГАЗ-66, ребят. Ну, я думаю, что тут просто размер колес все решает. Да, вот это мощь. Так, Мазда. Посмотрим, что у него будет. Туда с дорожным просветом. Левой стороной. В плане бамперов, но сейчас, мне кажется, будет вай-вай-вай, как давай, больно. Давай. Левым колесом сюда вот должен пройти. Аккуратно, аккуратно. Пока, да. О, теперь можно уже вперед, смело. А что, так сразу нельзя было, да? Нормально, Витек, короче, контент сделал, а потом уже это... Бревнышки подкладывает. Давай, то 7% остается. Да он ее сейчас сломает, а так ничего страшного. Сюда колесо, сюда, влево, влево, влево. Да. Я задать хочу. Проеду. Да, вот, ребят, мы пока накидывали бревна, чем отличается водитель Нивы от водителя УАЗа. То есть это вот не вовоз, это УАЗовоз. Смотрите, это, а, только сейчас начал застегиваться, потому что в Ниве просто на самом деле теплее, чем в УАЗе. Да. Так, ну что, Мазда. Еще очередная попытка, ребят. Наверное, все должно получиться. Да ладно, нормально, давай, газку, газку. О, огонь. О. Все, поехали. Пошел, пошел. А у него сзади крутится. Головастик починился. Что там было-то? Ну, флажок, как я и говорил. Да, и все. А все. Это какая вероятность того, что он опять отхлебнет? Следующая лужа, да? Ну, есть 5 минут делается, поэтому это ничего страшного. Я понял, окей, все, огонь. Ребят, давайте, все, дальше продергиваем. Так, у нас Нива стоковая. Вообще никаких доработок, ребята. Ну, блин, конечно, новая, жалко. Блядь. Жалко такую машину. Вообще новая. Да. Мужик, ты уверен? Оп. Все, здрасте, приехали. Включи, да, межосевую. Он меня включил. Вперед, толкнем. Одна обитина сила, маленькая часа. Ну,
хватит. Да, ему, мне кажется, уже по барабану. У него так теперь надо проезжать с первого раза, чтобы с коробкой ничего не случалось. Какого тачка года? Этого. Ёлки, тебе не жалко вот реально? Да ну она вторая у меня уже. Первая сгнила 18-го года, Урбан черный. 18-го года сгнила? Я ее в этом году на эту поменял. То есть, короче, тебя не останавливает гниющая Нива? Ну я эту обработал, там вроде должна, сказали, года 3, наверное, попридержаться. Наверное, да, ключевая фраза? Так, ну ладно, давай аккуратнее, а то может все... Может быть, но это не точно. Так, ребят, конечно, опасная затея. Если сейчас у вас здесь провалится, ну, в принципе, есть шишига, которую дернуть можно. Это было... О, я, если честно, думал, ты сейчас головой лобаш выбьешь. И у тебя какая-то манера езды, как на этой, как на Ниве, мне кажется. Да. Ты просто не вовод. Прямо. Я думал, что надо взять левее. Поднимите руками ее. Давай! Лев, там можно еще! Можете начинать. Давай. Ром, что ты стоишь? Помогай! У вас тут такая же извечная проблема закусывания троса? Нет, когда ну, может, чисто теоретически. Потому что очень часто вот здесь он перепрыгивает и... Не, перепрыгивать это когда они от жадности 70-80 метров наматывают, да. Барабана не хватает, он у них сваливается. Не, проблема была, знаешь, когда в бок тащишь и да, получается из-за угла. Не, из-за угла он на ту сторону наматывает. А, все. А сколько тут метров этот рост? 50. 50, ну, нормально. Обалдеть. Ты полечь. Так, ну что, либо вытащим, либо порвем у вас. Что-то одно из двух. Она уже его все потащила в щи. И Тальсон заговорил. А вот это мощь, вот это лебедка, да, ребята. Стой, 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 не дожу, открывай капот. А, ну-ка. Мать, это у вас вот, отойдите. Да не палец, блядь, да и все, ёпта. Хорошо иметь у вас, когда его делаешь. Попробуй, покрути. Попробуй. Как ты ее покрутишь? Где водятел? Водятел. Ну, крутни, блядь, зажигай. Добрый не молодой. Машина не моя. Ты, блядь! Говорю, водятел. Внизу, вот сам, внизу, вот по центру, видишь? Я увидел. Вот так ее надо. Морщу. Вот он. По-моему, да. Так, ну-ка. Ну все. Огонь заводи. Так там же от вибрации просто нож. И скорость сними. Блин, попробуй мне еще не заведись. Как дам сейчас. А то сцепа какая-то. Все поперебрали, аж смешно стало. Папа, блин, все, закрываем. Да не мотивитесь же вы, ты идет дивизию. Я вам все починю. Ну тогда вон туда сразу. Не, просто мы думали, чтобы покруче взять, спилить. Вот зачем покруче? Вот сюда, все, по прямой. Все, да, решено. Все, давайте, заводите. А что же вытаскивать? Заводи. Не, что-то я не понял, он читерит, глянь. Он... Не, ну братан, ну так чуть-чуть. Приятный полез. Это было просто по колее. Снимать? Вот так туда, только туда я буду, если что, за тебя прикрываться.
А, не. Сюда, вот он, ютуберчик, смотри. Телефон тайник. Так, ребят, через блок, там за себя. Давай. Помогай немного. Огонь! Да, закапывается в землю, банька! Ну, только не страшно. А что, перецепить, может, крюк вот этот сюда? Да не, нормально. Отпускай. А что это так? Отпускай. А тут не заплачет. Хрен он знает, куда нас прильнет. Я думаю, на бок она не должна лечь. Не ляд. Обалдеть, какие люди в Голливуде. Чё ты объезжаешь? Давай в колею. Здорово, бро. Я только начал. Ты чё опаздываешь? Вчера был бурный вечер, простите, утро было не очень приятно. На новых колесах. Он вообще сразу колеса. Да ничего себе, на колочке. Так. Подожди-ка, да, рассказывай, что у тебя с тачкой-то? Небольшое допиливание, дорезание и установка джангла. 31-й, да? 31-й, да. Но это пока не мои, надеюсь, что мои будут когда-нибудь. То есть у тебя сегодня такой, типа, тестовый выезд? Так точно. А у тебя, подожди, так же эти все с преднатягом? Да, пока да. Ну, на пневму пока не наработал. Ну, пропу создали какой-то. Такой, руки в боги, я не понял, что происходит. Давай командуй. Поехали все! Так, ну что, проломит лениво лед, я думаю, должна. Вообще легко. Слушай, ну на этих колесах она реально брутальная. Вообще огонь, джанглы прям. Так, проезжай прям далеко. Да, может, one машину. Love, джангл one love. Вова, давай! Как он читер! Шапка, где? В машине? Ну, погоди, ну, мне же не холодно еще. Пока нет. Сейчас, чуть попозже. А кто-то говорил, что лучше с Ливии. Добро пожаловать. По-фински. Ну как они? А-то вы их сегодня вышли. Поедем. Не, поедем на оффроуд. Он соскучился, он, глянь, из сучков это косички слетет. Сегодня у нас оффроуд, Верен. Устраивай так, катушка. Мне сейчас будет прощай, банька. Газу давай уже. Давай пробу вперед! То есть ты решил такую подставу, да, устроить? Проезжайте дальше. Давай, дальше.
Ля-ля-ля, они же на перегонки. Так, так, так. Ребят, давайте чуть-чуть разойдем. Справа снимаем, дядя, поехали. Подожди, сейчас, стойте. Да. Так, везем, как всегда, на опыте. Следующая шнива, да? Давай в палат, братан. Газу! А я говорил, газу надо было. Эй, дерви так, дерви, порвешь. Резко не дергай, хорош, сейчас это так. Что обсуждаете? Да и что, блокировка все-таки в нем есть передняя. Я газа что не дал, я побоялся за эту. За что? Ну блин, а машина не моя, что крышу поврежу, еще там что. Ты мне машину. Свою отдашь, что? Крыша легко. У меня как удачно продать у вас, что ли, получается? Так, Нива, аккуратно, там есть. Да, ну вот. Ай, замерзший за это. Нет, давай. Давай, 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 пошло! Пошло! Аплодисменты! Чего? О, теперь вот тут 205-й поставил. Потом будешь здесь 35-й, как у меня, ставить. Не. Ну, может, потом. Не, вот это не, слышишь? Если засосет, то там потом как минимум 31-й, там а то потом никто не будет. Не буду переходить. Не нужно менять трансмиссию. Зачем это надо? 29-й. Самый лом вот что было. И можно ездить. Так, ну тут у нас вопрос только в габаритах, я так понимаю. Сейчас выкатай. Ну я думаю, что все ровно, да. Точно. Давай, это буханочку сюда же. Для шашей тоже глубоковато. Нормально. Даже бампер сипанул. Ага. Ну, кстати, нужно отдать должное, он не стесняется. Назад попробуй. Не-не-не, назад он упрёл. Стой, стой, стой. Не надо, а то сейчас третья заклинит. Не надо назад. Проверили работоспособность валрейсинга спереди. По льду все едет. Нормально. Я думаю, Мурат приятно удивлен возможностям джангла. Все ровно. Но там есть объезд у нас слева. Пока очень уверен. А вот теперь, ребят, больше интересно, как стоковая Нива проедет, потому что клиренс-то, думаешь? О, я что, приехал? Орел. Давай газу, Вова. Хорошо, что Мурат впереди. Так, ну Нива аккуратно все проехала. Вопрос, сломает ли лед у вас? Давай,
момент, когда руль уже не крутится ни в какую сторону, потому что потом хорошо-то идет. Так, пока лед держит. Балкой не упади. Балкой можешь сейчас воткнуться. Заряды так выворачивают. Не-не-не, вот так же, да. Сильнее, наоборот, влево перескакивай. Макс, сильно не крути на блокировке рулем. Во-во-во, нормально. Отлично. Куда давай? Так, Вован на 29-х. Электродуговой сзади. Нормально. К концу маршрута ты научишься ездить. Я думаю, да. Парни подготавливают для стоковой Нивы плацдарм. Для преодоления бездорожья. Да? Давай, аккуратненько. Ты ну скажи руль прям поставить. Нормально, все, ты уже теперь проедешь. Все, давай, аккуратно. Все, потихонечку, не дуркуй. Потихонечку, давай. Все, диагональ. Назад. Не работает. Ребята и едут, уверенно. А реально просто на ровном месте, да, ребят? Ледок и все. Да не факт. Не. Давай ее назад отпускай на место. Там бревно. Он бревно, ну рад. У него колеса на льду стоит, а он на рычаге. Ну, Мурат, в принципе, оказался прав по поводу трасса. Сейчас мы проверим. Я же не сильно сижу. Давай, не сильно, все верно. Убирай его нафиг. Да хорош, ну что ты? Ну что хорош, а Максу потом будет. Кого? А что, пусть будет, смог. Да он там вообще не висит. Что он, чуть-чуть его дернет, да и капельку. Хорош, там крюк и есть. Не, этот убирай трос, ему им делать нечего. А у меня там шакла нету. А что вы начинаете сразу? Убирай, давай, прикручивай. Вон, едет, давай сюда. Влево. Стой, подожди. Стой! Могилу забыли, подожди. Ой, сейчас. Толкача нормально. Ой, свободный, сзади успех. Давай, пробьешь. Вперед, Мурат. Он потом с устья приедет, скажет, Никитос, что ты мне лысую резину дал, не беру. Давай, ломай. Зачем он выйдет, хорош. Руль влево, прямо, все. Не, ну
Во-первых, тут пневмо спереди. И во-вторых, там Мурат уже все проломал. О, типа! Давай назад. Вторую полицию. Давай, разомлиться, давай. Голова не ломай. Ага, посмотрите вот на этого довольного пневмовода, да? Когда у вас застревает. Конечно, это сердце, как бальзам на душу, понимаете? Нет, но слушайте, то, что мы ему говорили, что он научится ездить, однозначно. Я думаю, да. 100%. Ну как? Нормально. Огонь, во. Лень, он прям биотерит. Легко. Честно, как головастик поедет. Убирайте машины! Сейчас провалится. А тут уже валиться некуда. Вот. Да, ребята, вот это, конечно, техника была в СССР. Просто нету слов. Так, проезжаем дальше. Так, ну, ребят, сейчас опять наш головастик будет делать контент. Смотрим внимательно, подписываемся обязательно. Так, все, сейчас Шишига отъезжает. Да хрен его знает, по центру ты сядешь, тут сейчас проломило. Тебе либо вот промеж колеи вот так вот заворачивать и потом выходить. Ну вот левым колесом вот здесь давай пробуй. Опасно, опасно. О, ой, проломил. Все, подожди, сейчас Кен прорвешь. Тебе туда надо вытаскивать. Вот, зато выходить так удобно. Сторожек земляной, правда. Так, тем временем, чтобы вытащить буханку, динамичку зацепили за ствол дерева. И будут ее сдвигать. Конечно. Красиво сидит. Да, ребят. Мне кажется, тут только рывком надо делать. Отойди, отойди вообще. Уйди отсюда. Малыш. Уйди, сейчас стрельнет, не дай бог. Идет! Да, да идет, идет потихоньку. Давай, 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 давай! Еще! Да, это было больно. Все. Ну, а я так понял, этот оранжевый скотч решает все проблемы. Ребята, третий урок по преодолению бездорожья на Мазде. А, да, сейчас что-то, наверное, будет. Почему-то сегодня страдает только левая часть бампера. Ага, красота. Игорь, подъезжай. Ну давай, в палат. Что будет, то же самое. Все, здрасте, приехали. Мы тебя сейчас ездить научим быстро. Я, ты, я смотрю, что сноровку потерял. Когда ты последний раз на ней ездил, а? Я боялся порвать опять палки. Ага, ага. И без межоси поехать.
Беж. Ты летом делал, а давай зимой переберем. Да ну, холодно, не, грязно, холодно, не хочу. Летом грязь тепленькая, а полезная, вот, зимой нет. Просто зубам да, холодно так. Улыбаться. Карис, блядь, зимой распространяется быстрее. Зато они, знаешь, как стучат. Не, когда крутишь гайки, прям шикарно. Не трогай, ты его не будешь, ну что там. Прям. Бортом по дереву. А я на УАЗике боялся ехать. Слушай, мужики, а сколько вот такая машина стоит? Стоила 137. Но это когда было? Август. Все, нормально. А сейчас? Еще да мы умудрились за 37 долларов? Кунг продать. То есть сотку? Была она на руках. Как такая кожа? Ну, на ней два раза, наверное, съездили. Москвич какой-то владелец был. Красота. А по какой факту раз? Она так в 140 и стала. Не, ну нормально, слушай. Ниву за 140 не купишь живую. Да. Еще надо сколько в резину вложить. А здесь хорошие, родные, 50-летние колеса. Да ладно. Родная резина. Не поцарапай газон мне, а! Поцарапаешь газон. А то придется ее покупать. Какой поставили тут цвета? Тут меня первые вправо меня загнали, бля. Так по диагонали надо было брать. Опа, вообще легко. Удивительно, патриот на таких маленьких колес. Давай, давай, Вован, штурмани. Давай, газ, газ! Блядь, когда я зарежу сразу. Все по сотке в Вовану. На вискаре. Невовод научит. Да. Ну с таким штурманом, конечно. Он с невовод, ты понимаешь? Ну да. Нет, без штурмана за руль посадить, там все изменится. Да ты будешь аккуратненько, да? Да ну нахуй. Видел видос, где Туарех херачил, расхерачил. Может быть дубль 2. Так, ну здесь мы сейчас бампер вращаемся, да? Ну, я надеюсь. Так, уберите кусок, там надо. Все, убирайте. Так, а куда его брать? А, ладно. Я думаю, что ему надо вот где слева брать, вот сюда. Ну, сейчас, короче, сюда левым колесом. Ну, как обычно, в конце газу, да? Да. Страшно, когда газ. Вов, отойди левее чуть, пожалуйста. Отходи, так. Не-не-не-не. Что ты так хорошо штурманишь, а? Никакого контента. А если, то это вообще будет супер. Следующий пошли. Газу давай! Прямо, колес! Тихо, тихо, парни, вы что? Бери, бери его нафиг оттуда, он лишний. Ты его кидай вот на метр чуть в бок. Бери его вообще оттуда. Притер немного. Что там, без травм? Нормально. Нормально. Куда? Стой, стой, стой! Назад! Назад! Это эпично было! Не хлопайте к этому буханке дверями, видео. Братан, мы же говорил, левее, левее. Поехали сразу, поехали. Смотри на меня, куда я тебе показываю. Че, вот здесь я беру левый. На меня смотри, куда. Давай. Левее. Левее еще. Ну, говори,
Газу, газу, газу! Вот и все. Так. Вот так же бери! Там траекторию. Подожди, ему там бы переехать. Мне кажется, он сейчас очень крепко сжимает руками руль и зубы. Да, он, бля! Стой, давайте толкай Сеню назад. Не, назад, давай. Назад. Давай, парни, парни, давай подтолкнем. Давай. Не копай, подожди. Давай, подавай, давай, давай, выйдет. Ладно, слушай. Давай, Сеню. Давай, ёпта! Прямо вот сюда, раз, два, оп! Куда ж подошли? Все разбег! Просто! Не, что-то перегнать машину, я перегонять пошел. Давайте, ребят, проезжайте, тут чуть-чуть осталось. Сейчас чуть-чуть поправи. А? Сейчас чуть-чуть на меня смотри. Мама, давай, пожалей, пацана, поштурмани. А то головастик не доедет. Нормально, нормально, пошел. Давай, Вова, давай, не подведи. Говна зеленого группа накупят, ездить не умеют. Зеленый цвет против ты имеешь. А? Ой, простите, простите. Я имел в виду говно зеленое. А. Не Ниву зеленое, а говно зеленое. Хорошо вошел. Это было так! Вы че, ребята? Что тебе с ней делать-то вопрос? Было очень эпично, Лёв. Что тебе с ней делать? Надо там объезжать. Парни, я вам, знаете, что скажу? Теперь до весны. Нет, до весны. Да хватит тебе вот. А встал ты на как прям резко, да? Да ты знаешь, я хуй. Я думал, о, катапульта сработала, кабина отстегнулась. Ты в лед еще, видишь, встал. Ну, у нас был там объезд. Да и там неинтересно. Там дерево близко. Что, может, назад пойдет, нет? Ага, а что ты, брат, не попробуй? Сейчас дайте сбоку. Я УАЗик, да? Бля, ну, думаю, я слышу, ты рулем. Вырвал. Слушай, я тебе знаю, что скажу, вот как будешь вдвоем с товарищем, да? Он же говорит, мы же квадроциклисты. Вот вы, наверное, это. Ну там же всегда так и происходит. Я и говорю, что вы тут как вообще безбашенно струячите. Надо кого-то. Там же так всегда и делается. А что пикап там нет? Вот мне больше всего интересно, вот сильно расстроить, помню, нет? Мы только на верху стоит, там поверху там поедем. Мы на это не выпиваем. А, там есть дорога? Наконечник вырвался. Да, наконечник. Давай. Вот это вот хуйню выливает. Набрал? Нет. Нет.
4. А нет, газель 4. Что, вроде пишет, давай, открываем, посмотрим. Что-нибудь увидим там интересного-то? Да, все есть. Не факт? Все увидим. Не могу ничего. Тогда ты... Да все, уже и назад не надо. Пошло?